Всем привет! Сегодня у меня на обзоре Pixel 5, и в этом видео, как всегда, я очень подробно расскажу про экран, далее поговорим о производительности, автономности, ближе к концу видео о камерах и сделаю свои выводы. За девайс отдельное спасибо моему другу Антону, если бы не он, то вряд ли данное видео вышло у меня на канале. Итак, давайте для начала быстренько пробежимся по комплектации, перед этим пару слов о цене, вы ее прекрасно знаете, в Америке он стоит $699, продается только в одной модификации, 8 гигов оперативной памяти и 128 встроенной. Цена, безусловно, завышена с учетом железа данного смартфона, но мы все знаем прекрасно пиксели, они со временем дешевеют. У меня есть ощущение, что ближе к весне его можно будет найти и за 500 баксов на том же Амазоне. Ладно, давайте посмотрим на комплектацию. Что мы здесь видим? Слава богу, зарядка имеется. Честно скажу, мне не очень нравится последняя тенденция, которую задала Apple. Теперь вот в Samsung нету зарядки. Но в случае Apple можно как-то понять. Там iPhone можно зарядить и зарядкой от того же iPad, либо от MacBook. Мощности зарядки там не такие большие, то есть найти вариант можно. А вот в случае Samsung, например, он заряжается от зарядки 25 Вт. И скажите мне, если у вас дома зарядка на 25 Вт, скорее всего, вам ее нужно будет покупать. Ну, то есть в случае Android, каждый производитель извращается по-своему, у них разные, абсолютно разные токи, разные мощности зарядки, и не класть ее в комплект, но это очень, повторюсь, очень странно. Либо делайте один стандарт для всех. Ладно, возвращаемся к комплектации. Кабель Type-C на Type-C. Есть переходник с Type-C на полноразмерный USB. Мощность зарядки здесь 18 Вт. Стандартное значение. В смартфоне аккумулятор емкостью 4080 мАч. Полностью до 100% он заряжается за 1.5 часа. Но и обратите внимание, что в комплекте нету переходника с Type-C на 3,5 мм. В смартфоне данного разъема нет. Ладно, про это я вам рассказал. Давайте теперь поговорим непосредственно про сам смартфон. Мне он достался в черном цвете. Ну и сразу по габаритам вы их можете видеть на экране. Высота 144,7 мм. Ширина, если округлить, 70 мм. Толщина 8 мм. И вес 151 грамм. Таким образом, с учетом, опять же, других смартфонов, которые продаются, этот можно назвать компактным. И это его самая, на мой взгляд, сильная сторона. Вот так данный смартфон лежит в руке, очень удобный, легко обхватить, дотянуться даже до шторки вполне можно. Если даже сравнить с iPhone 12 Pro, который я тоже держал в руке, этот ощущается и лежит в руке гораздо лучше. Безусловно, он не такой маленький, как тот же iPhone 12 mini, но, на мой взгляд, его габариты идеальные с учетом диагонали экрана. А диагональ здесь 6 дюймов. Вот давайте открою на белом фоне. Ну, то есть 6 дюймов я не назову маленьким экраном. Раньше, если помните, большие экраны считались 5,5 дюймов, здесь 6. И он прекрасно вписан в габариты данного смартфона. А с учетом рамок, которые одинаковы и сбоку, и слева, и снизу, смотрится смартфон спереди очень и очень классно. Фронтальная камера находится сбоку. На мой взгляд, это идеальное расположение. Не нравится фронталка по центру. Мне кажется, на нее как-то больше будешь обращать внимание. А здесь она с самого края, и как-то про нее даже и забываешь. По габаритам, по внешнему виду, именно вот спереди, этот смартфон я ставлю на первое место. Им очень удобно пользоваться, особенно после того же OnePlus 8 Pro. Вопросов нет, он очень тонкий, при этом блок камер практически не выпирает. По органам управления на правой грани снизу качелька регулировки громкости, сверху кнопка питания. По эргономике, наверное, более удачно было расположение кнопки питания ниже качелька регулировки громкости, это более привычно. Здесь приходится немного переучиваться, но если бы они реализовали такую штуку, как на OnePlus, давайте вам продемонстрирую. Например, включение экрана по сканеру, срабатывает он достаточно быстро, без ошибок. То есть кнопку питания нажимать не нужно. Но если бы они добавили выключение экрана двойным тапом по рабочему столу, как на OnePlus, то этой кнопкой можно было даже и не пользоваться. А так приходится тянуться вверх. Еще раз повторюсь, чаще всего кнопка питания находится наоборот ниже. То есть какое-то время нужно будет переучиваться. Ну да ладно. По микрофонам, смотрите, здесь три микрофона. Один основной снизу, второй сверху и третий находится там, где блок камер. Он задействуется тогда, когда мы используем 2x зум. На другой грани находится лоток. Давайте я достану, покажу вам. А здесь, я думаю, все понятно. Стандартная явление, microSD никакого нет и одна симка. Но в пикселях, как вы знаете, есть поддержка eSIM. Далее, снизу один динамик, второй микрофон.
По звуку давайте сразу вам расскажу. Значит, здесь по факту два динамика. Один снизу, второй находится под экраном. Он же разговорный. Из-за такого расположения, к сожалению, качество звучания, безусловно, хуже, чем в предыдущем пикселе. В том же пикселе 4, там 4 XL. Но, тем не менее, вот нижняя динамика звучит очень хорошо. По замерам низкие частоты начинают гудеть примерно 75 Гц. Звук очень хороший, насыщенный, глубокий. Но, еще раз повторюсь, за счет того, что второй находится под экраном, нету такого объема. Безусловно, он будет звучать хуже, еще раз повторюсь, чем предыдущие пиксели, либо айфоны. По сканеру отпечатка пальца, как я вам сказал, находится он снизу. Расположение не очень удачное, когда смартфон лежит на столе и нужно его разблокировать. Тем не менее, еще раз повторюсь, разблокирует он безошибочно, достаточно быстро. Хотя не так быстро, как те же смартфоны Huawei, Honor. Ладно, про это я вам рассказал. По блоку камер. Здесь ситуация стандартная для пикселя. Основной модуль 12 мегапикселей, AMX363, всеми хорошо известный, который используется не один год. С оптической стабилизацией, светосильная оптика, кстати, 1.7. Сверхширокий модуль, здесь на 16 мегапикселей, без автофокуса, Sony AMX481, диафрагма f2.2. Но лично я предпочел бы телевик вместо сверхширокого модуля, как было в пикселе 4, 4 XL. Фронталка на 8 мегапикселей, Sony AMX355, диафрагма f2.0, также с фиксированным фокусом. Давайте я вам покажу поближе данный смартфон. Здесь, как можете видеть, такое шершавое покрытие. Отпечатки пальцев практически не видны. Царапины, я думаю, тоже не будут видны за счет того, что здесь есть такие вот небольшие вкрапления. В руке лежит хорошо, не скользит. На мой взгляд, это прекрасное решение. Если честно, уже надоели смартфоны со стеклами, особенно варианты, которые без матового стекла идут. Ну, то есть в этом случае я, например, его не использую в чехле. Несмотря на то, что здесь корпус алюминиевый, имеется вот небольшое по центру отверстие, насколько я помню разбор его, сюда встроили датчик для беспроводной зарядки. Он еще поддержит и обратную беспроводную зарядку, что в наше время весьма неплохо. Конкретно в моем случае к сборке нет никаких претензий, ничего не скрипит, не продавливается, хотя я слышал, что в некоторых экземплярах может отклеиться экран. У меня в этом плане все окей. Также стоит отметить, что смартфон защищен по стандарту IP68. Короче, итог по внешности, по габаритам, жирный плюс – это то, как он лежит в руке, как он ощущается. Действительно, очень удобный смартфон в использовании. Для наглядности, справа iPhone 11, слева Pixel 5. iPhone, как вы знаете, имеет диагональ 6,1 дюйма, но здесь имеется такая вот челка. В итоге мы получаем, что у Pixel не сильно меньше экран, но визуально он смотрится просто в разы лучше, чем iPhone 11. Хотя у него тоже сверху и снизу одинаковая рамка. Но она раза, наверное, в 2 толще, чем в пикселе 5. И, кстати, обратите внимание на белый цвет. Я не знаю, как камера передаст. Даже под углом, на удивление, он, по крайней мере, в моем экземпляре не сильно искажается. Перед тем, как говорить про экран, давайте я отмечу некоторые моменты. Что касается вибрации, я думаю, вы в других обзорах про это слышали. Здесь вибрация похуже, чем в Pixel 4, 4 XL. И особенно это заметно в сравнении с OnePlus 8 Pro, которым я до этого пользовался. Но это не значит, что здесь обычная вибрация. Все-таки некая тактильная отдача присутствует, но она, безусловно, проще, чем в предыдущих пикселях. Тем не менее, я вибрацию не отключил, но силу ее уменьшил. Далее, по уровню приема сотового сигнала. Здесь, прежде всего, хочется отметить то, что Wi-Fi 5-го поколения, не 6-го, Bluetooth версии 5.0. В стандартном тесте в лифте сеть он не потерял, разговор не прерывал. То есть в этом плане все отлично. Версия, кстати, у меня смартфона европейская. Как вы могли видеть, вилка наша. Сегодня вы должны оставаться дома, и мы понимаем, что вам приходится жить в своем доме.
Что касается разговорного динамика, как я вам сказал, он находится под экраном. Из-за этого есть свои минусы. Есть средняя громкость его. Характер передаваемого звука естественен, то есть нет никаких искажений, хрипов. В этом плане все ок. Но еще раз повторюсь, запас по громкости средний. Итак, по экрану, как я вам сказал, диагональ его 6 дюймов, разрешение Full HD Plus, 2340 пикселей на 1080. Экран поддерживает 90 Гц. Есть соответствующая настройка, причем это динамический 90 Гц, то есть если вы не касаетесь экрана, он переключает на 60 Гц. Если вам хочется всегда принудительно иметь 90 Гц, то заходим для разработчиков. Ищем соответствующий пункт. Вот, во-первых, частота обновления, смотрите, 60 Гц, касаюсь 90 Гц, 60, 90. Можете здесь включить принудительно 90 Гц. Возвращаемся к настройкам экрана. Значит, по профилям здесь можно поменять только цвета, натуральные, яркие, адаптивная регулировка. При этом баланс белого не меняется. Отдельно его поменять также нельзя. Как можете видеть, соответствующих настроек здесь нет. Кстати, есть еще пункт повышенная чувствительность экрана, если вы используете защитную пленку либо стекло. Итак, по экрану максимальная яркость в ручном режиме 490 кандел на метр квадратный. Это хороший результат. В режиме автояркость она достигает значения 694 кандел на метр квадратный. Ну, то есть, никаких проблем на ярком солнце с данным экраном точно не будет. Запас очень хороший. Минимальная 3 кандел на метр квадратный. Опять же, хороший результат. То есть, при плохом освещении можно сделать совсем темный экран, и он светить не будет. Яркость черного, контрастность, это все понятно, так как AMOLED. Гамма идеально, 2,2. Цветовая температура немного завышена, 6813 кельвинов, но по факту мы получаем действительно очень хороший белый цвет, он не уходит в синеву, при этом он не желтит. То есть 6800 идеальный вариант для тех, кто любит именно вот такой вот чистый белый цвет. Что там по цветам? Дельта Е средняя 1,79, это отличнейший результат. Максимально 3,52. Дельта Е серого также меньше 3, 2,36. Как можете видеть по таблице справа, никаких заметных ошибок нет. Этот экран можно вполне использовать для редактирования фотографий. В общем, для тех, кому важна точность цветопередачи, этот экран подойдет идеально. Цветовой охват 97,2%. По уровню черного видно до 4 квадрата. Здесь результат средний, так как чаще всего видно до 3 квадрата, редко до 2. По контрастности точка белого видно до 253, здесь все хорошо. Темно-серый фон на минимальной яркости в зеленый оттенок не уходит. Никаких разводов и линий я не заметил. То есть в этом плане также все отлично. Многих интересует, что там с шимом. Давайте я вам расскажу. По коэффициенту пульсации. На максимальной яркости 23,6%, на яркости 50% 98,4%, на яркости 25% 69,4%. Ну, то есть коэффициент пульсации здесь довольно приличный. Но большее значение имеет частота шима. Здесь она равна 360 Гц. Как я вам говорил ранее, если частота шима больше 300 Гц, то вероятность, что подобный экран будет вас как-то утомлять, гораздо ниже. Для примера, я как-то пользовался iPhone 11 Pro Max, покупал его себе в прошлом году, проходил с ним около месяца и в итоге его продал, взял потом iPhone 11. Почему я это сделал? Ну, потому что я не смог смириться с его экраном, хотя там коэффициент пульсации гораздо, повторюсь, гораздо ниже, и он начинает себя проявлять с яркости экрана 35% и ниже. Но там частота шима 240 Гц за счет частоты экрана 60 Гц. Поэтому я рекомендую вам покупать AMOLED-ы, Super AMOLED-ы, LED-экраны с частотой экрана 90 и 120 Гц. Допустим, в том же OnePlus 8 Pro частота шима 480 Гц. Там частота экрана 120 Гц. Здесь никакого DC-димминга нет. То есть яркость экрана регулируется при помощи шима. Но, еще раз повторюсь, здесь высокая частота его. Давайте я вам для наглядности покажу. Отключаю OLED Save. Про него вам сейчас чуть позже расскажу. Заходим в настройки экрана. Яркость 83%. Сейчас я буду уменьшать, вы посмотрите, сильно или не сильно экран мерцает на камеру. Я думаю, заметного мерцания нет. Все из-за того, что здесь частота шима выше 300 Гц. Это, еще раз повторюсь, очень и очень хорошо.
Как можно ограничить коэффициент пульсации? Для этого я рекомендую использовать приложение OLED-CF, про него как-то рассказывал вам. Схожих приложений в Play Market очень много, но это единственное приложение, которое регулирует автояркость. То есть не просто затемняет экран, накладывая фильтр, но еще и регулирует яркость. Здесь по факту вам нужна одна настройка. Вот базовая яркость экрана. А здесь нужно подобрать такое значение, соответственно, его нужно подбирать не на ярком солнце, а при котором яркость экрана будет выше 69%. Я подобрал, собственно, значение 58%, тогда здесь яркость экрана не опускается ниже 71%. Если вы выходите на улицу, вот сейчас я, например, нахожусь там, где яркое освещение, здесь яркость экрана становится выше. Если я сейчас вспышку поднесу, видите, она повышается, 100% яркость. При этом адаптивная яркость отключена. То есть это приложение физически изменяет яркость экрана от 71% до 100%. Но если вам нужна яркость меньше, например, вы читаете вечером при плохом освещении, то уже применяется непосредственно фильтр, который накладывается поверх, затемняя экран. Минус этого решения – но если будете делать скриншот, то увидите, что скриншот получается таким вот затемненным. А с теми настройками, которые я вам показывал, вот 58, физически минимальная яркость 71%. Это примерно равно 150 нитам. То есть никакого выгорания экрана у вас не будет. На этот счет можно не беспокоиться. Физически, еще раз повторюсь, яркость меняется от 71% до 100%, в зависимости от освещения. Если нужно меньше яркость, то уже используется данное приложение, которое затемняет экран. Тем самым у вас фиксируется коэффициент пульсации. Но я не рекомендую использовать это приложение, выставляя самую максимальную яркость 100%, чтобы она была вот всегда 100%, и от нее уже накладывался фильтр, затемняющий экран. Я думаю, я вам это объяснил. Но в данном случае, еще раз повторюсь, можете не использовать данное приложение. За счет частоты шима этот экран будет гораздо лучше, чем любой AMOLED OLED-экран с частотой экрана 60 Гц, даже с DC-диммингом. Потому что там частота шима в среднем 240 Гц. В итоге экран мне очень понравился. Отличная калибровка, прекрасный запас по яркости. Коэффициент пульсации, да, большой, но при этом высокая частота шима. Давайте дальше пройдемся по железу Chromium AIDA. Значит, процессор здесь не топовый, это Qualcomm 765G. Восьмиядерное решение. Техпроцесс здесь 7 нанометров, что хорошо. По ядрам два высокопроизводительные, это Cortex-A76, но работают на разной частоте. Энергоэффективные A55, частота 1,8 ГГц. Значит, по памяти указано на сайте, что это UFS 2.1. Скоростные показатели очень приятные. Чтение 930 МБ, запись 410, случайное чтение, случайная запись, ну, практически 200 МБ в секунду. То есть насчет памяти можно не беспокоиться. Даже несмотря на то, что это не UFS, а третья версия. Файл системы F2FS. По графике. Значит, в 3D марке тест Live. Pixel 5 набрал 1204 балла. Для сравнения, близко к нему Xiaomi Mi 6 1246 баллов. В тесте Extreme 2439. Это результат Redmi K30, Realme X2. Кстати, Google Pixel 1, тот набирает тоже 2438. Ну, то есть по графике это прям явный середнячок. В Geekbench в одноядерном 590, результат неплохой. В многоядерном 1581. 1581 это приблизительно как Qualcomm 730, либо Redmi Note 8 Pro на Helio G90T. Такой вот результат. Дальше по тротлингу. Значит, тротлинг здесь есть, хотя он небольшой, 11%. А среднее значение 164 гипсов. А также я проверил стабильность в 3D марке. У них появился новый тест. Также Live стресс-тест. Он повторяется, как можете видеть, 20 раз. График здесь ровный. Устойчивость получается 89%, ну то есть как в предыдущем тесте, тротлинг в районе 11%. Это неплохой результат. Что касается GFX Bench, то он, к сожалению, у меня не запустился. Почему-то не знаю, может быть из-за версии Android.
Тут мне сложно сказать. Я, естественно, проверил в игре, как всегда, использовал Genshin Impact. Графика была низкая, то есть самая низкая графика, но я выбрал ограничение 60 FPS. Так вот, минимальное значение было 18,9, среднее 40,5. Этот результат может быть чуть лучше, чем был на OnePlus N10, который я тестировал. Ну, то есть, по графике это, безусловно, не игровой смартфон. То есть, брать его для игр я, конечно, не рекомендую, так как, еще раз повторюсь, тот же Genshin Impact на минимальной графике были просадки ниже 20 FPS. По нагреву здесь все хорошо. Спинка 35 градусов в нижней части, верхней 37,4. Экран снизу 34,3, а сверху 36 градусов. Ну, то есть какого-то заметного нагрева нет. В повседневном использовании тоже практически не нагревался. По-моему, когда только восстанавливал приложение в области сканера отпечатка пальцев, он был немного теплым. Далее, по GPS видит различные спутники. И GPS, и GLONASS, и Galileo. А GPS здесь, кстати, двухчастотный. По точности вопросов нет, 4 метра, ну то есть на этот счет все окей, беспокоиться не стоит. Дальше я проверил тротлинг в Antutu, специально поставил на холодном 295 тысяч, 292 тысячи, и вот здесь уже была просадка 255, 250, и потом он опять вернулся, 283 тысячи баллов. Ну то есть тротлинг какой-то все-таки есть, 12-15%. По скорости работы в интерфейсе. Давайте я продемонстрирую, как он работает. Открываем, давайте, Twitter. Открывается довольно быстро. Памяти хватает, 8 гигов оперативной. UFS 2.1, но очень хорошие скоростные показатели. Значит, скроллим. Первый скролл, кстати, обратите внимание, рывков заметных не было. Фризов никаких нет. Play Market давайте и сразу скроллим. Все, все очень хорошо. Instagram также открываем. Тоже довольно быстро открывается. Первый скролл тоже никаких проблем нет. То есть оптимизация реально очень хорошая. Но, тем не менее, я все-таки заметил некоторые моменты, где смартфон, скажем так, подлагивает. Например, тот же OnePlus 8 Pro вел себя лучше. Если мы откроем заметки первый раз и сразу открываем, допустим, вот эту заметку, видите, микролаг в анимации. Сейчас вот второй раз все отлично. То есть еще раз закрываем заметки, открываем, хоп, есть микролаг, потом все окей. Ну то есть в некоторых моментах такое бывает, но в целом, еще раз повторюсь, самое главное, вот всякие скроллы. Причем первые скроллы, давайте закроем Twitter, еще раз откроем и сразу начнем скроллить. Все окей. То есть, несмотря на то, что здесь не топовое железо, скорость работы в интерфейсе, на этот счет можете не беспокоиться. Есть вопросы к скорости работы в играх, то есть это явно не игровой смартфон, это нужно учитывать. Небольшое дополнение к обзору Pixel 5. Забыл про это рассказать. Какой софтовый глюк я заметил. Если вы откроете Telegram, именно вот сообщение, то сверху по центру начинает мерцать такая вот зеленая точка. Это датчик приближения. И он работает именно в Telegram. В других приложениях подобного косяка я не замечал. К сожалению, до сих пор не поправили. Далее, давайте пробежимся по автономности данного смартфона. Как я вам сказал в начале видео, аккумулятор 4080 мАч. Ну, опять же, учитываем то, что не топовое железо. Техпроцесс 7 нанометров. Экран тоже не супер большой, 6 дюймов. Разрешение Full HD+. В итоге мы получаем следующие цифры. Первый тест — это воспроизведение YouTube видео. 2 часа, 200 нит. Яркость он сел на 12%. Следующий тест — игровой. За 2 часа он разрядился на 32%. Запись видео Full HD 30 минут сел на 10%. Веб-тест за 2 часа разряд составил 19%. Итого, данный смартфон у меня проработал 9 часов 50 минут. Результат на уровне Poco X3. То есть результат получился действительно очень хорошим. На практике что я получил? Давайте посмотрим на время работы экрана. Здесь большую часть времени был Wi-Fi. 7 часов 12 минут работы экрана, осталось 4% заряда. Дальше. Тут практически все время было LTE.
5 часов 23 минуты работы экрана и осталось еще 25% заряда. К сожалению, не успел заскриншотить, но было больше 6 часов работы экрана. И это, еще раз повторюсь, в LTE. Причем использовал много камеру. Снимал, фоткал. Здесь смешанный режим, часть Wi-Fi, часть LTE. Я получил 6 часов 25 минут работы экрана и осталось еще 9% заряда. В итоге, что я вам хочу сказать, у меня всегда было больше 6 часов работы экрана, но здесь следует сказать, что я в игры не играл. Автономностью я доволен. По камере. Здесь новый интерфейс. Что мы здесь видим? Переключение на сверхширокий 0.6x, 2x, он, понятное дело, гибридный. Что мне понравилось? Теперь в автоматическом режиме включается ночной режим, в зависимости от освещения, ну как и на айфонах. По видео давайте я вам расскажу. Что здесь из любопытного есть? Различные режимы стабилизации, стандартная блокировка, это с двукратным зумом, активность, если много движений. То есть он, как я понимаю, использует сверхширокий модуль, больше обрезает по краям, чтобы стабильнее была картинка. Есть еще киноэффект, но это используется двукратное замедление, 60 FPS, потом он просто это дело замедляет до 30. Так вот, по записи видео я недавно выкладывал сравнение с iPhone 11. Почему с 11? Ну, потому что он у меня есть в наличии. Да и по цене, если брать версию iPhone 11 на 128 гигабайт, примерно столько же он и будет стоить в Яндекс.Маркете, как и Pixel 5. Так вот, по видео давайте я сейчас озвучу, далее вы посмотрите примеры. Кто их видел, можете смело перемотать на 5-6 минут вперед. Днем, как мне показалось, на iPhone 11 четче и детальнее картинка, особенно в движении. Звук, как всегда, хуже всего на айфоне, на пикселе 5 в этом плане все отлично. То есть микрофоны здесь реально очень хорошо записывают звук. По балансу белого правильнее, чаще всего правильнее отрабатывает его пиксель 5. А в 4К 30 FPS меньше вечером шумит пиксель 5. А вот в 4К 60 наоборот больше шумов по сравнению с тем же айфоном. Ширик на пикселе видео лучше записывает. Стабилизация, ну, чаще всего она лучше была на айфоне. Динамический диапазон тоже, понятное дело, безусловно, лучше на айфоне, так как там более современные модули, поддерживаются HDR. Здесь модуль старый, HDR, к сожалению, нет. Но в целом, в сравнении с другими Android-смартфонами, Pixel действительно записывает хорошо видео. То есть это его не слабая сторона. Итак, смотрим примеры видео. Пример видео днем. Слева Pixel 5, справа iPhone 11. Запись идет 4К 30 FPS. На улице большой туманчик. То есть видно, что солнце затянуто тучами. Так, оцените цветопередачу. Мне сложно говорить, потому что разные экраны. Где-то AMOLED, где-то IPS. Например, на iPhone сейчас снег очень холодный, синий. На Pixel такой хороший, теплый оттенок идет. Оцениваем стабилизацию. 4К 30 FPS. Слева, как всегда, Pixel 5. Справа iPhone 11. Ну, на экране картинка, конечно, на пикселе прям очень стабильно, как по рельсам иду. Так, при повороте смотрим. Так, давайте я сейчас включу 4К 60, посмотрим, как они снимают днем. Итак, переключился на 4К 60 FPS. Оцениваем стаб. На обоих работает оптическая плюс электронная стабилизация. По крайней мере, на пикселе точно. Картинка на экране немного ближе. И в обратную сторону. А если пробежимся? Пример 4К видео, 30 FPS, слева Pixel 5, справа iPhone 11. Почему 11 iPhone, вы спросите? Ну, потому что другого телефона нет, OnePlus я, к сожалению, продал. Значит, давайте оценим, как оба телефона записывают видео при плохом освещении. По балансу белого на экране, что я вижу, iPhone, снег желтый. У нас внутри двора освещение холодное. Сразу хочу сказать. Значит, давайте пройдемся, где похуже освещение.
Вы оцените стабилизацию. В обоих случаях она гибридная, электронная плюс оптическая. Оценивайте детали. Что там по шумам? Мне кажется, больше деталей на пикселе, если посмотреть наверх, там, где деревья. Так, и поворот оцениваем. По динамическому диапазону, безусловно, iPhone лучше. Но видно, вот, если вдали посмотреть, где подъезд. Окна, меньше засветов. Ну, здесь понятно. На пикселе старый модуль MX363. Если мы пробежимся. Так. Там перед фокусом, как всегда, блики. Но здесь хочу сказать, пиксель также бликует, как и iPhone. На видео все эти отражения, точки имеются. Так. По работе автофокуса. На мой взгляд, все хорошо. Макро. Так, ну еще тут пройдемся не спеша. По динамическому диапазону, безусловно, iPhone лучше. Так, сейчас я постараюсь переключиться на сверхширокий. Так, вот. Ну, да, он лучше снимает на пикселе. Ширик. Но при этом угол обзора на айфоне выше. Больше захватывает. Так, и в обратку. Не спеша. Дальше возвращаемся. 1x зум. На пикселе можно включить 2x. Но он софтовый. На айфоне мне это сейчас сложно сделать. Кнопки отдельно 2x нет. На улице минус 20, поэтому я долго сейчас снимать не буду. Давайте быстренько посмотрим 4К 60 FPS. Итак, видео 4К 60 FPS. Давайте пройдемся не спеша. На обоих, как я понимаю, работает оптическая плюс электронная стабилизация. Сейчас дойдем, где горки. Там очень темно. Но, судя по картинке, что я вижу на пикселе, 60 FPS гораздо больше шумов, чем в 30. У него становится... Так, кадр светлее на пикселе. Ну и шумит он. Как мне кажется, заметно больше, чем iPhone. Это касается съемки в 60 FPS. Но стаб, на удивление, неплохо справляется, если пробежаться... Так, и давайте проверим автофокус, потому что в 60 FPS у многих начинают проблемы всплывать. Ну, возможно, чуть медленнее, но косяков не заметил. По звуку. Смотрите, как записывают. Микрофоны я не закрыл. Фиксация происходит по... боковым торцам, там, где клавиши. Снизу, сверху все открыто. Ветра, к сожалению, нет. Под ногами хрустит снег, потому что холодно. Но я думаю, этих примеров будет достаточно, чтобы понять, как они снимают при плохом освещении. Давайте теперь поговорим про фото. Пиксель 5 я буду сравнивать с iPhone 11, как я вам говорил ранее, потому что другого смартфона просто нет. Ну и по набору камер они, кстати, похожи. В iPhone 11 тоже есть основной модуль, соответственно, и сверхширокий. То есть телевика нет. Ладно, давайте начнем с примеров днем при хорошем освещении. Все фото, сразу хочу сказать, что я делал в авторежиме. Чуть теплее снимок получился на iPhone 11, и у него немного выше экспозиция. То есть снимок получился немного ярче. Делаем 100%. Процентный масштаб, и здесь, если вы обратите внимание на деревья, различные ветки, то они четче, детальнее прорисованы на iPhone 11. На пикселе как-то все получилось более сглажено. Далее, здесь iPhone не очень удачно выбрал баланс белого, увел слишком холодные оттенки.
по факту ближе к реальности был Pixel 5. Дальше, здесь по цветопередаче снимки очень похожи, но чуть теплее получился на этот раз снимок на Pixel 5. Делаем 100% масштаб. По шумам плюс-минус одинаково, то есть в тенях большой разницы нет. Может быть чуть шумнее Pixel. А по деталям выше, немного выше контурная резкость на iPhone 11. Прям принципиальной разницы я не вижу, если честно. Тут чуть насыщеннее снимок на iPhone 11, небо более синее. Увеличим. Здесь мы тоже видим, что резкость выше на iPhone 11. Но если вы посмотрите на провода, то видите, что в случае iPhone 11 уже появляется такой вот белый ореол. О чем это нам говорит? О том, что здесь уже есть перешарп, то есть искусственная повышенная резкость. Более естественно снимок на пикселе пятом. А это сравнение 2х зума. На обоих смартфонах нету тельвика, то есть он гибридный. На пикселе, как вы знаете, используется своя хитрая технология. Но, на удивление, я не скажу, что в iPhone 11 хуже по деталям. Примерно все то же самое. Единственная разница, я стрелочками выделил, опять же, увидите вы или нет, на iPhone уже видны какие-то вот лесенки, переходы. На пикселе все это более сглажено получилось. Далее, на основной модуль. Опять же, не очень понравился баланс белого на айфоне. Снег, ну, слишком синий, и это при дневном освещении смотрится не очень хорошо. Делаем 100% масштаб, по деталям плюс-минус одинаково, но, как я говорил ранее, четче, резче снимок на iPhone 11. Что мне понравилось, если мы посмотрим на левый нижний край кадра, то на обоих смартфонах нету заметного мыла. То есть оптика здесь стоит там и там очень хорошая. Далее. Еще один пример – это сравнение шириков. А шире, безусловно, угол на iPhone 11, но, как можете видеть, по краю кадра, там, где стена здания, уже видим эффект бочки, то есть закругление. На пикселе этот эффект менее заметен. Делаем 100% масштаб, чуть ближе кадр получается на пикселе, но потому что ширик у него на 16 мегапикселей. На iPhone 12 также без автофокуса. Еще один пример сравнения 2х зума. Здесь все-таки чуть подетальнее получился кадр на пикселе, если посмотрите на деревья. Но разница не такая принципиальная, на мой взгляд. Так, еще один пример на основной модуль. Давайте посмотрим, что там в тенях. В тенях мы видим то, что вот если посмотреть на это желтое здание, меньше шумов на айфоне, на пикселе шумов больше. Посмотрим верхнюю часть кадра, там, где было солнце. Но тут вот по детальности, по четкости я вообще отличий никаких не вижу, даже по цветопередаче. Разница минимальна. Этот же пример, но с использованием 2х зума. По деталям снимки очень и очень похожи. Это отдельный пример на Pixel 5 против солнца. На мой взгляд, отлично получился кадр. Естественен, такой вот объемный, вопросов нет. Но, как можете видеть, блики от солнца все-таки присутствуют, как и, собственно, и на айфоне. Переходим к съемке при плохом освещении. Здесь сразу хочу сказать, что во дворе у нас горят светодиодные лампы холодного света. То есть iPhone здесь ошибся с балансом белого. Четче снимок получился на iPhone 11. Здесь больше света захватил Pixel 5. Еще раз напомню, что я делал все фото в авторежиме. Увеличиваем 100% масштаб. Вот здесь меньше шумов получилось на пикселе. Так, это также авторежим. Проверяем, как сработал HDR. Чуть светлее кадр на iPhone. 100% масштаб. Да, лучше HDR сработал на iPhone 11. Но обратите внимание на верхнюю часть окна. На iPhone почему-то опять всплыли какие-то непонятные лесенки. При этом эта фотка без зума была на основной модуле. Может быть, так вот сработал странным образом HDR режим. Еще один пример, плохое освещение. Вот здесь точно помню, что на обоих сработал ночной режим. Здесь, кстати, вот ночной режим на пикселе очень и очень помогает и убирает большое количество шумов. Если посмотрите на небо, шумов гораздо меньше, чем на iPhone 11. Так, ну это сравнение шириков при плохом освещении. Здесь следует сказать, что iPhone 11 не поддерживает ночной режим на ширике, а вот iPhone 12 уже поддерживает. Pixel 5 на ширике ночной режим поддерживает, поэтому, собственно, кадр получился в его случае гораздо лучше и светлее. Это сравнение фронталок. Напомню еще раз, что на Pixel 5 и на iPhone 11 нету автофокуса. Более светосильная камера на Pixel 5, диафрагма f2.0. Ну и разница, на мой взгляд, очень приличная. Но тут надо учитывать, что iPhone 11 не поддерживает ночной режим на фронталку. Это пример портретной съемки в помещении. Мне очень нравится, как Pixel снимает, как он размывает. Кстати, вы можете потом уже отредактировать фотографию, то есть изменить степень размытия и даже наложить дополнительные эффекты. Например, изменить освещение, как будет падать свет на лицо.
Это кадр без каких-либо изменений. Так, ну и пример днем. Портретная съемка. Pixel и iPhone. А здесь сразу стоит сказать, что Pixel по умолчанию приближает кадр. Теплее кадр получился на iPhone 11 в 100% масштабе. С отделением заднего фона, наверное, здесь все-таки лучше справился iPhone. Если вы посмотрите на задний капюшон, то Pixel его размыл, а iPhone 11 нет. Хотя он был, считай, на переднем плане на уровне шапки. Ну, еще один пример портретной съемки. По умолчанию, как я вам сказал, Pixel приближает. И он сильнее размывает задний фон. Здесь это наглядно видно. Вот 100% масштаб. Итог по камере Pixel следующий. Действительно, смартфон снимает очень и очень хорошо. На уровне флагманов. То есть навел, снял и получил классный снимок. Но в некоторых моментах он будет уступать. Например, по уровню шумов. Модуль все-таки старый, шумит он гораздо сильнее. Хотя иногда ночной режим в случае Pixel спасает. Но по объему снимка, по тому, как он работает цветами, мне подход Google нравится. Портретный режим тоже сильный. Из минуса лично для меня это то, что нету телевика. Давайте я подведу итоги. Про плюсы и минусы я вам рассказал в обзоре, что по факту. Ни в коем случае не держите смартфон в руках, не пользуйтесь им, иначе вы его купите. Просто считайте его дорогущим, со средним железом, никому не нужным смартфоном и забудьте про него. До тех пор, пока его не начнут продавать за долларов 500 и ниже. Вот, пожалуй, это мои выводы. Понравился ли этот смартфон мне до того, как я им начал пользоваться? Я считал, как и многие, что это не очень удачная модель. Дорогущий, среднее железо, ля-ля-то-поля. А по факту получили то, что это прекрасный смартфон по эргономике. У него очень хороший экран. У него отличная автономность, у него очень хорошая камера не только по фото, но и по видео. Может быть, некоторым флагманам будет уступать в некоторых моментах, но в совокупности факторов это действительно очень классный смартфон, который испорчен ценой.